Новые тенденции в подготовке педагогов. В Сургуте проходит открытая стратегическая сессия. Местный профильный вуз подписал соглашение о сотрудничестве с Московским педагогическим госуниверситетом. Новые подходы в подготовке преподавателей для сельских школ, региональный заказ на обучение кадров, характеристики малокомплектных школ. На повестке эти и другие актуальные вопросы. По указу президента реализуется пилотный проект изменения структуры высшего образования. Так, вместо бакалавриата и специалитета в вузах теперь должно появиться базовое основное образование, а магистратура станет специализированным уровнем для углубленного изучения выбранного профиля. Наш университет разработал ряд программ шестилетних, с помощью которых мы хотим готовить многопрофильного учителя для сельской школы, для отдаленных территорий. Поэтому нам очень важно знать мнение Сургута. Мы обсуждаем с вузами, мы работаем для вузов, и по результатам пилотного проекта будут приняты решения об изменениях высшего образования в Российской Федерации.